Готовим сегодня очень вкусное блюдо из фасоли, которое точно понравится многим. Фасоль в сливочном соусе. Подавать к столу такую фасоль можно самостоятельно или с овощами и свежей зеленью. Чтобы придать нашей фасоли и соусу особые нотки, предлагаю добавить немного копченого бекона, он отдаст свой аромат блюду, а результат выйдет волшебным. Помимо прочего, можете добавить чеснок для пикантной нотки и любимые специи. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Фасоль заранее замочите в холодной воде, можно на ночь. Отварите фасоль до готовности, 1,5-2 часа, пробуйте фасоль, она должна быть мягкой и нежной. Копченый бекон нарежьте небольшими кубиками. Вкуснее тем, кто подпишется. Поджарьте бекон на небольшом огне. Добавьте в сковороду фасоль и прогрейте все пару минут. Всыпьте сюда же все специи, если нет сухого чеснока, добавьте зубчик обычного. Залейте сливками фасоль, тушите на маленьком огне 20 минут, спустя время подавайте блюдо к столу. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Необходимые ингредиенты. Фасоль, 300 грамм, сливки, 250 миллилитров, 10% жирности, бекон копченый, 80 грамм, соль, по вкусу, перец, по вкусу, паприка, по вкусу, сухой чеснок, по вкусу, количество порций, 3. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Заходите в гости.